На время проведения выпускных экзаменов в школах в Башкортостане вдвое увеличат наблюдателей на региональном уровне. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин. Он пояснил, сейчас регион находится в так называемой «желтой зоне доверия», и республика намерена выйти в «зеленую зону». Такую оценку по итогам прошлого года дала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Так, в текущем году запланировано увеличение количества региональных общественных наблюдателей с 43 до 100, увеличение муниципальных общественных наблюдателей с 1500 до 1700, обеспечение 100% онлайн-наблюдения за всеми пунктами проведения экзаменов, а также увеличение количества ситуационных центров с 4 до 6 с привлечением 300 онлайн-наблюдателей на 150 рабочих мест. В сравнении, в прошлом году ситуационных центров было 4, и было организовано 70 рабочих мест. Напомню, нарушения в 12 муниципалитетах не дали войти Башкортостану в зеленую зону по эффективности организации ЕГЭ. Такие данные ранее заявляли в региональном Минобразовании. Особенно серьезные нарушения были допущены в Стерлибашевском, Белорецком районах, а также в Калининском и Советском районах Уфы.